Всем привет, с вами я, Стинт, и добро пожаловать на новое открытие кейсов. Извините, что так долго меня не было, то, что я исчез. Дело в том, что я очень так серьезно заболел. Заболел настолько, что я тупо не мог даже говорить. И, кстати, я болею до сих пор немножко, и поэтому через силу, можно сказать, записываю. Но все же кейсы надо открыть, потому что Новый год, первое открытие кейсов в новом году. Новогоднее чудо хер знает. Сегодня у меня будет 4 авангарда и 6 ключей из охотничьей серии. Охотничью серию как раз таки мне предоставил мой очень хороший знакомый Аксель. Большое ему спасибо, а мы начинаем. Ну что, думаю, надо начать с того, что мне предложил мой друг Аксель. Так поэтому давайте, что тут у нас 6 кейсиков. Начнем с этого. И у нас здесь, конечно, может выпасть нормально только вулкан, М4А1 и, разумеется, ножик Хансман, который, как вы знаете, я просто обожаю, ибо он просто замечательный, честно. Если вы считаете, что он не замечательный, то, ну, Аллах судья. И сперва выпадает на Мальзе, который... Ой, вы видали, пролетел уже пустынное, ну, это грустно. Уж то, что пустынное пролетело, это плохо, потому что хоть какие-то деньги там были. А вот статрек модуль нам совершенно ничего не дает. Идем дальше. Пролетел только что у нас бизончик антиквариат, дофигища всякого говна, и выпадает Галил Ками, который также является сущим говном. Ладно, друг, вперед, аккуратно, потихонечку, и бам, МАК-10. Обгорание. Раз, два, три, елочка, бомби. 3, 4, 5. Мне показалось, там пролетела МК Сатрек. Он 2 раза пролетел, да? Хорошо. Так, остается у нас последний оружейный кейс. Охотничь. Пока выпадал нам полнейшее дерьмище. Это, кстати, очень мягко сказано. Фу. Ну давай, что мне выпадет из этого последнего? Ясно. Ножик... Нет, я почему-то сорвалось немножко. Если мне сейчас бы выпал ножик, я был бы так счастлив. Теперь переходим к авангардам, которым, как вы видите, есть только... Ну, блин, не знаю, в авангарде я говорил раньше, то, что мне тут совершенно вообще ничего не нравится, кроме карателя. И... Да все. Ну, Юр Жирнов нормально, все. Ну что, 1, 2, 3, елочка, откройся, и пролетела эмочка Василиста трек, и... Чуточку. О, красавчик, ну сударь, вы молодец, вот за это я вас уважаю, картель. Идем дальше, оружейный сударь, откроем с удовольствием. Пролетает Жирнов Старик, причем 2 раза подряд, если не ошибаюсь. Эмочка Василиста тоже пролетает, и выпадает МП9 дротик. Просто пролист... Азимов. Это был Азимов. И там был гребаный Азимов. Я это точно видел. Что за херотень такая? У меня просто сегодня пролетали одни красные оружия. Они... Просто они пролетали. Им делать был нигер, они тупо пролетали. Ладно, посчитаем, что я призвал ножик. Погнали. Если мне выпадает ножик, значит я... Ладно, ребят, а на этом все. Не забывайте ставить лайк, чтобы ножик пришел. Кстати, насчет ножика. Хочу просто похвастаться. Вот эту штучку я недавно выменял. То есть своего ножа плюс калаш. Кто разбирается во всей этой херне, оценит. Так про что я? А, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии. А я с вами прощаюсь. Удачи, пока.